Айта кету керек, Quest Pistols тобы жаңа маусымын Санта Лючия әнімен ашқан болатын. Міне, жігіттер енді Алматыда. Топ құрамына да жаңа кейіпкерлер қосылыпты. Олардың қатарында Иван Криштафренко, Мариям Түркменбаева және Вашингтон Салсында бишілер бар. Группа Quest Pistols сейчас имеет два формата шоу. Это Quest Pistols шоу, в котором находится 5 человек, то есть нас, и также 30 танцоров, супер видеоподдержка, эффекты. Сейчас мы приехали сюда, в Алмату, просто, как Quest Pistols. Люди, которые приходят на Quest Pistols Club шоу, они должны понимать, что у нас существует другое шоу, которое реально отличается. Жұлдыздар Алматыға 35-мен келеміз деп уәде берген еді. Алайда серлер сертінде тұрмады. Десек те өнер иелері көрерменнің көңілінен шығу үшін барын салды. Quest Pistols гастрольдік сапарда жүріп ақ, саундтрек деп аталатын жаңа альбомдарын жарыққа шығарып үлгерді. Сонымен қатар әншілер көп ұзамай бейнебаянның түсірілімін де бастамақшы. Группа Quest Pistols сейчас особенно стала танцевальным проектом. Santa Lucia, да, вы видели клип. И будущая работа, она идет с человеком, который тоже танцор, певец. И трек будет очень-очень романтическим. Жігіттер 8-ші наурыз мейрамына тосын сый дайындап отыр. Дәлірек айтсақ, Quest Pistols тобы әйелдер мерекесінде Мәскеуге барып жеке концерт бермекші.